охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифтера. Может, и мне стоит к ним пойти. Эти вампиры стали настоящей напастью. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Ого! Письмо от Ярла? В гору идешь, не иначе. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. О, что тут произошло? Нет, извини. Ничего. Я прямо за тобой. Я к твоим услугам. Веди. А, это ты? Опять будешь пытаться что-то у меня вымогать? Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного, а то выпотрошу как рыбку. Эй, эй, ты...
радостно видеть, что еще одна добрая душа радуется такому светлому дню. Да у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. Тебе не доводилось вкушать мед Хонинга? Да это же лучшая медовуха за пределами Совнгарда. Сладкая, как поцелуй девицы в звездную ночь. И крепкая такая, что тролля с ног сшибает. Ладно, хватит болтать. Заходи, выпей со мной и с моими друзьями. А, ничто так не поднимает дух, как крепкий медовый дух. Твое здоровье. Пусть приключения принесут тебе славу и богатство. Никогда еще ничего подобного не делал. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я пойду с тобой. Ой, да, и не говори израно, что я побоялся идти к нему один. Думаю, это не совсем то, чего он ждет от охотника на вампиров. Хочешь вступить в Стражу Рассвета? Хорошо. Изран решит, подходишь ли ты нам. Заходи, он там, внутри. Зачем ты здесь, Тол? Наши дорожки с дозорными разошлись давным-давно. Ты знаешь, зачем я здесь? Дозорных атакуют со всех сторон. Вампиры оказались гораздо опаснее, чем мы думали. Иди
этого тебе недостаточно? Вот как. Я не хотел, чтобы это случилось. Я пытался всех вас предупредить. Мне очень жаль, ты знаешь. Итак, кто ты и что тебе нужно? Руки чешутся вампиров убивать, да? Это хорошо. Но ты погляди вокруг. Пока и вступать-то некуда. Я только начинаю восстанавливать порядок. Мне нужно, чтобы кто-то сражался с этими треклятыми вампирами, пока мы пытаемся привести форт в порядок. Толан рассказал мне про какую-то пещеру, которую раскопали дозорные. Похоже, она как-то связана с этими недавними нападениями вампиров. Толан, расскажи ему про эту, как там ее, крипту ночной пустоты. Да, именно так. Крипта ночной пустоты. Брат Адалваль был уверен, что там хранится какой-то давно утраченный вампирский артефакт. Мы слушали его не больше, чем из рана. Он был в зале, когда на нас напали. И этого хватит. Иди и выясни, чего там искали вампиры в этой крипте ночной пустоты. Если нам повезет, они еще будут там. Вот, возьми арбалет. Из него хорошо отстреливать этих бестий, пока они не подобрались близко. Можешь пошататься по форту и взять все необходимое. Правда, у нас пока почти ничего.
верю, дозорный. И не думаю, что первый ты вообще знаешь, что подобное удалось найти. Это точно было разумно, Локи. Он мог бы нам что-нибудь рассказать. Мы никуда с тобой. Где те, кто тебя послал? Ожидала кого-то, кто такой, как я. Вампир. Да. Это довольно сложно. И я не совсем уверена, что могу тебе доверять. Но если ты хочешь узнать всю историю, помоги мне добраться до дома. Туда, где живет моя семья. Моя семья жила на острове к западу от Солитюда. Интересно, там ли они еще? Кстати, меня зовут Сирана. Приятно познакомиться. Thank you.
снова дышать. Потрясающая погода.
Но когда попадем внутрь, я буду действовать сама. Я думаю... Я знаю, твои друзья тут попросту бы всех перебили. Надеюсь, у тебя хватит ума ничего такого не делать. Теперь, когда мы внутри, давай не поднимать шума. Я пойду вперед. Эдище рано вернулась! Открывайте ворота! Я слышу за ворот. Что тут еще скажешь? Да как ты смеешь входить сюда? Постой. Сирана? Это и вправду ты? Глазам своим не верю. Мой лорд, друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Поверить не могу. Моя давно пропавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем встеть ее голову на пику. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Не просто вампиры. Древнейшие и сильнейшие. В Скайриме. Сотни лет мы жили здесь вдали от тягот этого мира. Но всему этому пришел конец, когда моя жена предала меня и скрылась с тем, кого я ценил более всего. Тебе посчастливилось оказать мне великую услугу, и я должен наградить. Есть лишь один дар, которым я могу отплатить тебе за спасение древнего свитка и моей дочери. Я предлагаю тебе мою кровь. Прими ее, и ты станешь львом среди ягнят. Люди будут дрожать при твоем приближении, и ты никогда больше не будешь бояться смерти. Тогда ты станешь добычей, как и все смертные. Я пощажу твою жизнь на этот раз, но буду вынужден изгнать тебя отсюда. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу! Вот сила, которую я предлагаю. А теперь делай свой выбор. Да будет так. Наша добыча.
Такова плата за широкое привлечение новых рекрутов. Придется усилить оборону. Полагаю, у тебя не самые лучшие новости. Конечно, с чего бы иначе. Выкладывай, что тебе известно. Женщину? Запертую? Что за чушь? Кто она такая? И главное, где она? И благодаря тебе она теперь у них. Что у них есть? И тебе не удалось ничего сделать? Не удалось добыть свиток? Ну да. А у них теперь и эта женщина, и свиток. Клянусь всеми богами. Хуже стать уже не может. Это нам с тобой не по зубам. Несомненно, я стар, но еще не выжил из ума. Нам просто потребуется помощь. Если им хватило смелости напасть на нас здесь, все может быть хуже, чем я думал. Здесь достойные люди, но... Есть кое-кто, с кем я давно знаком и вместе работал. Нам потребуются их таланты и умения, если мы хотим выжить. Если ты сможешь их найти, у нас появится шанс. Сразу к делу, да. Это мне нравится. Не то, что эти глупцы из Ордена. Нужно ограничить численность. Слишком большая группа привлечет нежелательное внимание. Думаю, нам нужна Сарин Журар. Бретонка, необычайно умна и искусна в механике. Обожает все двемерское, в частности оружие. Последнее, что я слышал, она была где-то в пределе. И вроде как она была в шаге от открытия каких-то гигантских двемерских руин. Возможно, придется ее уговаривать. Но она нам нужна. Заодно поищи Гунмара. Здоровый такой Норд. Вампиров ненавидит не меньше, чем я. Давно еще вбил себе в голову, что опыт в обращении со зверями ему пригодится. Как говорят, лихо управляется с троллями. Последнее, что я слышал, он бродит по Скайриму и пытается приручать новых зверей. Приведи сюда обоих. И можно начинать разработку плана. Смотри в оба. Знаешь что? Я вообще-то обручена, так что даже и не думаю. На что ты там пялишься?
это же тебе пришла в голову идея запереть дракона в цитадели. И во имя Исмира. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Ты из новых слуг? Запомни, я люблю мясо с кровью. Вести распространяются как чума. Великое зло уничтожено. Благодаря тебе мы все спасены. Слава Девакину! Я служу управителем у ярла Балгруфа. Нетрудно догадаться, что у ярла много дел. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Чудно. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Я называю Девакин. Это слово из древнего языка.
живешь в доме теплых ветров, так? Отличное место. Но мы просто не можем себе этого позволить. Я несколько недель искал логово этих воров. Отдавай свои деньги. Я не могу отступить. У меня нет денег. Гони 5 септимов прямо сейчас, а то я тебе нос расквашу. А завтра 10 септимов, мелкий сын битвы, а то расквашу тебе нос и разобью губу. Нет, пожалуйста, меня правда не будет. Чтоб эти серые гривы в Обливион провалились. Я прямо за тобой. Я к твоим услугам.
прямо за тобой. Я с радостью понесу твою ношу. Показывай дорогу.
крабам сдался мой кошель. Тебе не попадался полный мешок двемерских гироскопов? Честное слово, вот прямо тут оставила. Может, его крабы утащили? Я одного тут видела вчера. Не удивлюсь, если он за мной сюда приполз. Поищи тут вокруг, ладно? Изран? Меня? Ну нет, тут явно какая-то ошибка. В нашем последнем разговоре он исключительно ясно дал понять, что в моей помощи совершенно не нуждается. С трудом верится, что он передумал. Перед моим уходом он наговорил мне кучу обидных слов. Так или иначе, мои нынешние занятия меня более чем устраивают. Поэтому, если это все... Вампиры? Серьезно? Я полагаю, теперь он припоминает, что я в свое время представила как минимум 3 различных сценария, как вампиры могут расправиться с местным населением. Так, ну и что они натворили сейчас? Я вот этого, по правде говоря, и предположить не могла. Интересно. Не знаю, что они собираются с ним делать, но тут Изран прав. Ничего хорошего от них ожидать нельзя. Ладно. Как минимум, не помешает выяснить, что там происходит. Хотя бы из соображений самозащиты. Но я не могу просто так бросить то, над чем тут работаю. Результаты слишком важны. Мне нужен хотя бы 1-2 мерзкий гироскоп в рабочем состоянии. Так что мне нужен или кошель, который утащили грязевые крабы, или просто гироскоп, неважно откуда. У тебя случайно нет гироскопа? Тогда прости, но этот проект бросать я пока не готова. До встречи. Так, 1 последний гироскоп, и можно будет возвращаться к работе. Где же они? Зачем вообще грязи? Я все понимаю, но я не могу уйти отсюда без хотя бы одного образчика двемерского устройства в рабочем состоянии. Думаю, хватит одного гироскопа. Поверь мне, это крайне полезная штука. Спасибо. Не бог весть что, но он поможет мне в моих исследованиях. Так, и куда Изран хочет, чтобы я пошла? Я смотрю, он все обустраивает свое тайное укрытие. Было бы любопытно взглянуть, что получилось. Я скоро здесь закончу и выдвинусь в том направлении. Там и увидимся.